куда намылилась на ночь глядя? Что молчишь? Я тебя спрашиваю, куда намылилась? Никуда. Я туфли мерила к выпускному. Матери в глаза не ври. Давай, давай. Учти, принесешь подолье, нянчить не буду. Будешь как подружки твои на трассе стоять. Туфли она меряет. Пошли скорее на трассу, там в машине погреемся, нас уже ждут. А кто ждет? Ребята. Танюх, пошли, я сейчас от холода сдохну. Так кто ждет-то? Ну, Олег с корешами своими. Таня, они уже целый час на трассе стоят. Я с ними не поеду. Начинается. Чё ты орёшь? А чё ты уперлась-то, я не пойму, а? Ну, чё он тебе сделает, этот Олег? Они сами сказали, приставать не будут. Просто по-дружески довезут и все. А ты им поверила. Все, Люд, я с ними не поеду ни за что. Ну и вали к своей мамаше! Я ее, блин, 40 минут, как дура, на холоде прождала, она еще выпендривается. Люд! Подожди. Пошли, пошли! Да отвали ты! Да ладно тебе, что ты упасть? Пошли! Танцует смешно. Видно, что девочка еще. Ты про кого? Селедка, что ли, девочка? Ты че? Я про Танюх. Да тут тебе без мана. Танюх тебе по-любому не даст. Это почему? Да она ждет принца с города. Чтобы богатый был, все дела. Просто тебе придется другую телочку подыскать. А нам других не надо, понял? А я тебе говорю, не даст. А не даст, сами возьмем. Сколько сегодня вечером будет моя? На что? На пузы. Идет. Данька, а чем тебе Олежка-то не угодила, а? Да ну фу. Ой, а что ты разборчивая такая, а? Голубая кровь, что ли, заиграла? Ну, бухает, и чё? А кто сейчас не бухает? И вообще, знаешь, других нет. Могла бы хоть из интереса с кем-то замутить. Людка, я бы рада. А вдруг стошнит? Ой, быстрее бы в город уехать на учебу, чтобы этих рож не видеть. Вот. Что? И меня, что ли? Да ты что, Людка? Да у меня роднее тебя никого нет. Вот устроюсь в городе, будешь ко мне в гости приезжать. Ну, ладно. Танька, смотри! По-моему, скоро, да?
твоей подружки так долго нет? Погоди, я пойду посмотрю.